Всероссийский конкурс «Адрес детства Россия» 16-й по счету. В этом году он проходил на базе санаторно-курортного объединения «Смена». На него съехались юные художники, авторы собственных произведений, вокалисты, танцоры и модельеры практически со всех уголков России. Насладиться творчеством юных артистов можно было на театральной площади. На сцене выступали творческие коллективы, а рядом создавали вечернее платье для модницы под руководством модельера Андрея Полянского и образ ласкового анапского солнышка из ярких лоскутков. Руководила процессом создания рукотворного произведения искусства автор и ведущая программы «Мастер-класс» на Первом образовательном канале Татьяна Лазарева. Именно ее мы попросили поделиться своими впечатлениями о фестивале и об Анапе. Лично мое впечатление о фестивале. Я очень часто бываю членом жюри детских конкурсов. Иногда это показательное выступление для взрослых. Они сидят в зале, хлопают, и дети, в общем-то, в конкурентных отношениях. Они находятся в конкурентных, очень сложных взрослых отношениях. А тут дети собрались для того, чтобы обменяться опытом. И мне кажется, это гораздо важнее, чем то, что они покажут диплом первой степени или привезут какой-то большой приз. Потому что детство начинается с дружбы, с улыбок и с внимания нас, взрослых, к этому очень сложному детскому миру.